әрбір адам үшін отбасы бұл кішкене ғана мемлекет. Және кез келген жанның жеткен жетістіктері отбасылық тәрбиеден басталады. Және бүгін отбасы күніне қарсы ұйымдастырылып отырған Барвилла мейрамханасына келуші қонақтарымыз өз жанұясымен келіп отырғаны таңғаларлық жайт емес. Және бұл керемет кеш өте дарынды, талантты жандардың қатысуымен ұйымдастырылып отыр. Және ең бастысы, қымбатты телекөрермендер, ол Қазақстан балалар дауысы байқауының қатысушыларымен. Привет, ребят. Как дела, Али? Привет! Как заметил мой коллега и соведущий, сегодня в Барвилле отмечают День семьи. Хотя, честно говоря, формально он празднуется в сентябре, но ведь для детей устроить праздник никогда не поздно. Тем более в такую теплую, жаркую шымкентскую погоду. Дети, готовы? Да! Мы начинаем. Ребят, для начала представьтесь. Давайте начнем. Здравствуйте, меня зовут Пампура Владислав, мне 12 лет, я из города Шымкент. Отлично. Полина? Всем привет, меня зовут Полина, мне 11 лет, я из города Алматы. Всем привет, меня зовут Аружан, мне 11 лет, и я тоже из города Алматы. Даниил? Всем хай, меня зовут Даниил, мне 10 лет, и я из города Алматы. Ты самый младший? Да, я самый. Добро пожаловать, ребят. Для начала, как настроение? Замечательно. Настроение замечательно. Тут очень много людей пришло. Это очень как бы для нас хорошо. Мы удивляем всех своими возможностями, и нам это очень нравится. А чем именно будете удивлять? Мы будем удивлять своим бокалом. Да, будем петь. Петь. Мы будем петь, удивлять всех. Какой репертуар? Какие песни? Поп. Ну, вообще на разную тематику, но в основном на поп. Поп. Поп, да. У меня чисто. А у меня есть мелодии известных исполнителей Меладзе и Носкова. Потом есть песня «Айс на крыше» и «Алхака Застан» в исполнении Карат Мухтас. На казахском языке? Да. Отлично. Ребят, серьезный вопрос. Вот прям серьезный, сосредоточен. Ага. Как вы думаете, что такое семья? Семья – это самое главное в нашей жизни. Если бы не было семьи, то бы не было бы нас. Данил? Семья – это люди, которые всегда тебе помогут, всегда тебя поддержат. И даже они могут не обязательно быть родственниками. Главное, что они тебя любят, они тебя принимают таким, какой ты есть, всегда поддержат и вообще самое-самое. И всегда ценят. Ага, Полина, ты с ними согласна? Да, я согласна. Я считаю, что семья – это самые близкие люди, которые есть у тебя на всем свете. И они никогда тебя не предадут и всегда будут жалеть себя, любить и ценить. Сегодня мы решили сделать подарок этому потрясающему городу и организовали концерт участников проекта «Дети. Голос. Казахстан». Здесь у нас есть победитель проекта, есть финалист проекта, есть просто очень талантливые участники, которые известны на весь Казахстан и не только. И мы решили сегодня вот такой праздник музыки для именно не только для взрослых наших гостей, но и для детей преподнести вот этот потрясающий вечер. Замечательно. Этот вечер посвящен ко дню семьи. Я так знаю, не понаслышке знаю, что ты уже семейный человек. Скажи мне, пожалуйста, твоя семья здесь? Моя семья не здесь. Они будут смотреть эфир по ТВК. Но они дома, потому что мой сын еще не дорос до таких мероприятий. Но очень скоро он будет со мной. Вот скажи мне, пожалуйста, у тебя уже есть ребенок, и скажи, пожалуйста, тяжело ли работать с детьми, с талантливыми, которые не сидят на месте и постоянно говорят о чем-то? Слушай, на самом деле, я очень много провел концертов в городе, да, но сегодня для меня был такой первый опыт работы с детьми, но проведя с ними полдня, я понял, что это очень круто. Это такие дети, которые, я не могу их назвать ординарными, они супер талантливые, они могут
из вот пустой какой-то ситуации сделать либо очень смешную ситуацию, либо поступить так, как не поступил бы даже взрослый. На самом деле это такой очень приятный опыт, и мне очень радостно, что мы организовали и сделали этот концерт. А как вообще зародилась эта идея пригласить детей, участников проекта «Голос дети Казахстан»? Ресторан «Барвилла», он является в первую очередь семейным рестораном. У нас отличная большая детская зона, у нас отличная летняя площадка. И, наверное, было бы несправедливо, если бы мы устраивали мероприятия только для взрослых наших гостей. И мы посовещались со всеми учредителями и генеральным директором и решили устроить именно праздник для семьи. Сегодня ты тоже выступаешь перед нашей шимкентской публикой. Чем собираешься удивить? Ну, в Шимкенте в качестве артиста я в первый раз, наконец-то свершилось, очень давно звали, и теперь вот я здесь. Сегодня буду петь песни из репертуара своей группы, в которой я был, «Джокеры», и также кавера на знаменитые и популярные песни российского шоу-бизнеса и зарубежного. Как ты заметил, сегодня выступают еще и детки, которые в войске из Казахстана. Что ты мог бы посоветовать или пожелать начинающим популярным звездам в будущем? Ну, должен признаться, что детей, которые сегодня выступают, я знаю буквально вот с самых ранних-ранних лет и видел, как они росли, и следил за ними на проекте, потому что мы все с одного центра политического, и желаю им только не останавливаться, идти вперед, и главное, ничего не бояться. Зарина Айша, сен инстаграм жұлдызы болып есептелесін дәл қазіргі уақытта. Инстаграмда қанша, былайша айтқанда, подписчиктерің бар? Қазірге менде почти 62 мың. 62 мың. Сен инстаграмда түрлі вайндар түсіресін. Ол идея қай жерден туындады, және кім саған, әлде өзің жазасын ба оның барлығын, өзің жасайсын ба? Маған негізі әпшем көмектеседі, ол идея тастайды, мен соны орындап берем, немесе пародия соларға қараймыз, және біз екеуміз түсіреміз, әпшем мені түсіреді. Аха, ал бала дауысы байқауында сен жеңімпаз атандың, Айша, қиын болды ма? Қиын болғанда енді иә, қиын болды, әрине не ойланасың қатты, прям волноваться дедім. Зарина, бүгін сахнада сен өнер көрсетесің, өлең айтасың ғой? Иә, өлең айтам. Қандай өлең айтасың? Адельдің «Hello» деген. Наш информационный партнер телеканал ТВК. Давайте их поаплодируем. Этот сюжет вы сможете посмотреть как специальный выпуск на телеканале. Ну а я думаю, не буду надолго затягивать. Давайте, пожалуй, начинать. Ваши бурные аплодисменты для нашего первого участника. Финалист проекта «Голос дети Казахстан» — это только раз. А во-вторых, он представитель города Шимкент. Владислав Бамбуров, встречаем! Я однажды проснусь, а вокруг мир другой. Светил чист, бесконечно прекрасен. А на троне высоко царится любовь. А на меньшее я не согласен. Под хрустальным мостом реки чистой воды. Цветами
для вас композицию Jessie J Price Tag. Чтобы поддержать «Дети. Голос Казахстана», поддержать Барвиллу, вас, замечательный телеканал, для того, чтобы поддержать и не только поддержать, так скажем, вручить сертификаты. Помимо сертификатов мы подготовили бесплатные пробные занятия для присутствующих гостей, ну и такие маленькие презенты для наших гостей. Как и обещали, дарим тебе твое эфирное время. Это толпа сейчас. Твоя, встречаем нашу победительницу интернет-конкурса. Аплодисменты! Fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? Ласточка моя, ты же видела солнце только по ТВ. Выгляни в окно, даю тебе лучик, лови. Ты наверняка много знаешь из интернета о любви. Но это не твоя история, напрасные слезы. А солнце светит всем одинаково, и звезды моя девочка плакала. И там за окном цветет и жит реальная жизнь. О-о-о, мама, помни, чем давно сказали мне, то, что половинку нелегко встретит на земле. Может, не на самом суждено, может, просто очень повезло. Но кажется, что я нашел ее. Это был телеканал ТВК, это был День семьи, это была Барвилла, это был мой коллега Мо и это диджей Алекс. Дамы и господа, это ресторан Барвилла и специальный концерт «Дети. Голос Казахстана» на нашей замечательной площадке. И мы готовы сейчас пошуметь специально для телеканала ТВК. Смотрите спецпроект по этому телеканалу и, конечно же, ищите себя в телевизорах. Это замечательный телеканал. Спасибо, друзья, давайте поаплодируем.